следующий раз, когда вы заезжаете, связываетесь с нашими местными экскурсионными организациями, говорите, у нас такое-то количество людей. Вам предоставляется экскурсовод, аттестованный, квалифицированный по маршрутам, и уже вместе с ним работаете. Все ясно. А так это получается нелегал какой-то, куда людей повезли, что вы им рассказали, как показали, нам это ничего не известно. В следующий раз с вами будем не мы заниматься, ваши дела все будут передаваться в УБЭП, УБЭП уже подсудили, будут на вас уголовные дела. Вот таким образом вы вообще Да ладно, ну не да. Если вы что-то такого страшного не видите. Все нормально, все нормально. Вас еще вчера на трассе заметили, по дороге в Сухум. Заметили наши коллеги еще вчера здесь по Сухуму, когда мы ехали. Мы регулярно проводим контрольные мероприятия. Вот ребята знают, у нас все ребята с путевкой, с бейджиками, аттестованы. За это вы в этом плане, потому что мы акцент делаем, потому что люди приезжают, они должны качественную информацию отсюда увезти. И качественное экскурсионное обслуживание. Да, 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 все. И в первую очередь безопасность. Произойдет что-либо на маршруте, кто будет нести ответственность? А как, где мы потом вас будем искать? Когда скажут, в Абхазию приехали на экскурсии, с нами это произошло, с нами что? С кого мы будем спрашивать?